Добрый день. Здесь мы уже приехали на монтаж, разгрузились, устанавливаем метлайдер 3х6, собрали уже брус 100 на 150, выровняли его, также уже начали каркас собирать. Также параллельно собирается один торец. Здесь у нас будет в одном торце форточка, в втором торце дверь с форточкой. Также уже подготовили фрамуги на метлайдер, разложили их, и они также будут на автоматах. Монтаж теплицы метлайдер с размерами 3х6. Здесь мы поставили каркас, сейчас будем делать, накидывать прогон и один торец задний. Торец у нас задний идет с форточкой торцевой. Здесь у нас заготовлен дверной уплотнитель резиновый. Также параллельно собирается у нас второй торец. Установлен на брус 100 на 150 обработанным септиком. Также у нас сам метлайдер состоит из трубы 20 на 40 на 1,5 цин, плюс полимерно-порошковая окраска 8-17 коричневый цвет. Также будем поликарбонатом перекрывать, инноватора 0,75 плотности, 4 мм. Также присутствует торцевой резиновый уплотнитель по торцам и защита СОД для поликарбоната первых лент, плюс профиль торцевой. Монтаж теплицы метлайдер с размерами 3х6. Здесь мы уже полностью собрали каркас, поставили оба торца, прокрутили все прогоны, сделали верхние рамки для фрамуг. Будем также делать фрамуги верхние после того, как уже будем перекрывать поликарбонатом. Такая вот теплица метлайдер 3х6. Форточки по всей длине двухметровых коньки будут. Также торцевая форточка и в двери форточка с дверью. Монтаж теплицы метлайдер 3х6. Здесь мы уже перекрыли одну сторону, малую часть полностью. Сейчас будем вторую половину перекрывать. Дальше будем устанавливать фрамуги в коньке и обшивать уже форточку плюс двери. Монтаж метлайдера 3х6. Здесь мы уже перекрыли его полностью. Также уже надели перфоленту с профилем для защиты сот поликарбоната. Сделали верхние фрамуги уже. Также мы установим на них автоматы. И установили уже форточку. Здесь у нас форточка уже готова. Уже на крючке у нас стоит. Можно так снаружи и внутри открывать, закрывать. Закончили монтаж теплицы метлайдер с размерами 3х6. Здесь у нас в одном торце форточка торцевая. По верхним фрамугам у нас установлен автомат. Автоматы мы уже сняли на зимний период. Вся фурнитура готова. Их осталось только весной, в сезон, их поставить. Также установили теплицу на брус 100 на 150 обработанный антисептиком и забыли якоря 6 штук по периметру. Также установлены диагональные усилители по диагонали. Также установлен дверной резиновый уплотнитель на двери и на форточке. Также присутствует торцевой резиновый уплотнитель и защита СОД перфоленту с профилем. Поликарбонат у нас идет 4 мм, 0,75 плотность, новатора. Труба у нас идет 40 на 20 данной теплицы. Цинк плюс полимерно-порошковая покраска 80-17.